Конкурс был организован при участии сайта «Горловка сегодня» и группы «Самооборона Горловки». Хочу поздравить вас и вашу дочь Арину. Спасибо. С замечательным выступлением. Она выиграла на конкурсе, причем ее возраст никак не повлиял, а только улучшил ее рейтинг. Поэтому планшет достается Арине. Спасибо большое. Поздравляем вас. Спасибо большое. Очень приятно. А скажите, вы готовились к этому конкурсу или у вас это было импровизация? Да, да. Замечательно получилось. Это конкурсы еще такие будут. Участвуйте и выигрывайте. Спасибо. Поздравляю вас. Спасибо.